Всего за несколько месяцев ученикам 4 Г-класса 121 школы, а также их родителям и педагогу удалось отправить в зону специальной военной операции немало коробок гуманитарной помощи для военнослужащих. Еще 36 посылок коллектив школы выслал накануне празднования Дня защитника Отечества. А начиналось все с небольшого волонтерского движения среди родителей. Теперь этот опыт – одна из лучших социальных практик в регионе, которая удостоилась награды всероссийского конкурса. Дети очень подхватили нашу идею и стали сами писать письма солдатам, подготавливать открытки и рисовать рисунки. Когда мы увидели глаза наших ребят, которые в Рощинском, как им это нужно и важно, мы передали детям, что эта поддержка детская очень необходима там, где сейчас находятся наши ребята. По итогам февральского конкурса всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» самарская школа номер 121 стала лучшей в регионе, ведь социальные практики 4 Г-класса победили сразу в трех номинациях. Одна из них «Чтим героев» связана с поддержкой военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Вторая социальная практика – «Космодром будущего». Это о целеполагании, о будущем, о выборе будущего пути, об успешности в жизни. И третье – это добрые дела, которые дети предлагают совершать на благо общества. За лучшие социальные практики коллектив и учащиеся школы получили специальную народную премию, которую учредили в рамках всероссийской программы. Кроме того, за активное участие в подготовке посылок и открыток для защитников на передовой 4-й Г-класс получил благодарственное письмо от одной из гуманитарных групп Самары, волонтеры которой также помогают участникам специальной военной операции. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.